Вот смотри, машины какие стоят. Ну это ж ни о чем вообще, это столица, блин. Просто улочка, вот столица. Ну вот, ну вообще ни о чем. Это просто вот одни микробы. Ну вот, ну блин, ну ты посмотри это видео. Ну блин, ну это не тот, то, блин. Ярисы, блин, ну то не новые. Не, ну новых много. Айго, Фиеста, Писюнцов вот таких вот много. Ну посмотри, ну где Камри, где Короллы новые? Нету машин нормальных здесь вообще, блядь. Нету, блядь, чтобы... Ну, блядь, старье все. Ну ты вот посмотри. Ну, блин, ну писец, блин, а. Вот новый Opel поехал, новый Citroen поехал. Мини Купер свежий. Ну вообще нету машин прям вот, чтобы таких вот. Я тут ни разу не видел Лексусов, джипов, вот Лексусов. Вот этого добро полно. Ну очень это полу. О, Фиеста, ёпта, прикольная Экобуст гибрид, вообще супер, вообще конфетка, вообще красотка. Это новый кузов, в России таких нету. А так в основном это хуйня всякая, бля. Такое все. А, ну вот это хорошая машина. Тут, ну, слова не скажешь. Тут это супер. О, первый ц... И то. Вот первый. Вот такой вот вижу. Volkswagen T-Roc. Я не знаю, что это за модель. Это как Tiguan, наверное. Опять такой. А в основном вот все микробы стоят. Ярис старый, Ярис средних годов. Хрен на день старая. Ну вот такое вот. Это я к чему? Даже вот в городе Майкопе машины намного лучше. Больше новых машин. Краснодаром даже вообще не сравнивать нельзя. Так это столица, блин, столица Греции. Город более 3 миллионов населения. Почему так получилось? Почему? Ну а вот полу прикольный хэтчбэк в новом кузове. Симпатичной мордой. Короче, вот так вот. Не весело. Херова куча старых ярисов. Писец. Пиканто. А, ну это новый кузов, нормально. Ну, троллейбусы новые ходят. Неоплан. Как-то так. Бэха. Старая. Вот. Свежий. А так все печально. Микробик. Альфа Ромео. Прикольная. Такой экскурс по автомобилям в столице Греции, блин. Ну вообще просто слабенько очень. Ну, Фиеста СТ старая стоит, 2-литровая на механике. Кися! Это Магиот. Тут 150 лошадей на механике, на ее массу она хорошо едет. О, наконец! Королла!
хэтчбэк гибрид новейшая, а за ним стоит Ярис. Это Королла хэтчбэк, она теперь не Аурис называется, а Королла гибрид. А это Ярис гибрид, тоже красавчик. Корса, Смарт, Хонда. Ну, я вам скажу, Ярис гибрид очень хорошо выглядит, очень хорошо выглядит Ярис гибрид, Королла гибрид, тоже прикольная, вообще просто пушка, Королла гибрид, но их до того тут мало, очень мало таких машин, что извините, блин, в основном вот такое вот, Корса старая, Ярис маленький, старинный вообще. Опять Ярис старинный. Вот. Вот Дайхатсу. Но это у нас Toyota Passa называется с правым рулем. Здесь она, естественно, с левым. Ну вот все такое. Ну, старое в основном. Вот. О, вот эта вот машина заслуживает внимания. Это микро в новом кузове. Она достаточно прилично выглядит и красиво. Вот она, микро. Прикольная. Так, сегодня у нас что? 22 ноября 2002 год. Поло. Ну, вот такие вот машины, короче говоря, здесь. Смарт, Пальмы. Из Аудюх в основном А1, но это далеко не новая. Старая добрая Opel Astra хэтчбэк. Старая добрая А4. О, Купер большой, вот это красота. Astra турбирная у меня такая была. Корса. Короче, вот так вот. Ниссанчик старый. О, первый раз почти что вижу Audi, такую свежих годов. Q3 это получается. Гольф, а нет, это Polo. Toyota Prius гибрид, ну это уже старая. Ну вот Mercedes, солидная тачка. Их тут просто крайне мало. Так, это Seat. Ладно, заканчиваю. Все понятно и так. Фиесточка в новом кузове, просто цацочка. Honda Fit. Ну или Jazz. Как она здесь называется? Jazz. Блин, новых машин очень мало. В основном все очень маленькое. И очень-очень-очень-очень старенькое. Сузуки. О, корсочка в новом кузове. Выигрышно смотрится по сравнению. Да, Кися? По сравнению, вот, например, с этим ровером стариннейшим. Mazda двоечка уже старая. О, ну вот опять красотка. Toyota Corolla. Но это не гибрид, это просто Corolla. Хэтчбэк. Седанов здесь мало, Toyota Corolla. Морда красивая. О, опять. Интересно, какого она года. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 21 год. Свежачок. Фиатик маленький. Не, ну конечно, по таким улочкам. Вот по таким улочкам сейчас. Конечно, вот по таким улочкам ставить машины, надо маленькую иметь машину. Ой, ничего себе, это я не знаю, это честное слово. Ёптвы. Вот такое вот. Я не знаю, что это такое, это за машина, без понятия. Как бы, ну, столица страны Евросоюза, Афина, Греция, ну и такие машины. Очень слабенько. Что, соответственно, свидетельствует о уровне жизни. Вот корок я первый раз вижу здесь. Вот первый раз за все это время, почти за месяц, я вижу корок. Бэха, единичка. Ну, вот такие вот пироги, товарищи. Корсочка, новый кузов. Ярис гибрид, красавчик, да. Старье. Старье. Матис, ты лучше не придумаешь. Пежик маленький. 107-й, по-моему.
кубочки. Это Фиеста, предыдущий кузов. Вон во дворе у кого-то джип стоит, что я считаю, по нынешним меркам это солидно. Ну, короче, вот такие вот. Пошел на трамвай.